Всем привет, меня зовут Сергей Нелло, и вы на канале «Не ноль». Вам не кажется, что в последнее время наступил какой-то бум аквабластинга и аквабластинговых камер? Только ленивый себе не поставил в гараж, мастерскую или в автосервис этот новый вид оборудования. Недавно я делал обзор на вот эту камеру. Это одна из самых простых камер, которая продается сейчас на рынке. Стоимость ее там в районе 100-150 тысяч рублей. Но она позволяет уже на достаточно хорошем уровне очищать детали. Начиная с того обзора, я у себя на канале практически в каждом видео вставляю кусочки с рабочим процессом на этой камере. И прекрасно видно, как она действует. И основным ее достоинством, конечно же, для гаража, помимо стоимости, являются ее габариты. В маленьких размерах наших гаражей или частных мастерских это вот просто спасение. Она занимает буквально метр на метр рабочего пространства. Ну, конечно, еще для нее нужен компрессор. Я не знаю, как там ощущают себя владельцы запорожцев и хотят ли они прокатиться на Мерседесе, чтобы узнать, что он из себя представляет. Но я, обладая вот этой простенькой камерой, конечно же, хочу узнать, как работают большие профессиональные камеры. Мой товарищ в свою мастерскую, ну, в свой гараж купил как раз такую промышленную камеру. И сегодня я поеду затестировать ее. А самое главное, даже не сравнить ее с вот этой дешевой, а для того, чтобы подсмотреть все те нюансы, которые делают эту камеру той самой профессиональной камерой. Я взял коробку передач. Это старая древняя коробка передач, которая, кстати, засветилась у меня в сериале «Хлам из гаража». Она действительно из хлама, она действительно из гаража. И отчистил ее часть в своей камере. Это вот такая вот крышка пятой передачи. Всю остальную часть коробки я поеду очищать на новой камере. И заодно поделюсь своими впечатлениями об этой работе. Так что не переключайтесь. Я думаю, обязательно кто-то скажет, что аквабластинговая камера за 1,5–2 миллиона – это совсем не гаражное оборудование. Но гаражи-то бывают разные. Я думаю, у шейха и подороже будет. Как вы думаете? Но если вы досмотрели это видео до этого момента, то вы явно интересуетесь темой аквабластинга. А если вы интересуетесь темой аквабластинга, то 100% встречали вот эту камеру. Какой бы пояс ни забивать, все равно выглядит АКБ-100. Одна из самых дорогих и производительных камер, камера промышленного уровня. И сегодня я на ней потестирую ее работу, как она работает, что с ней можно сделать, какие отзывы о работе у меня с ней будут. Ну, в общем, АКБ-100.
Ну, прежде всего, я попробовал очистить ту самую коробку, которую начал очищать в своей маленькой камере. И, я думаю, невооруженным взглядом видно разница. Вот крышка, я ее не трогал в этой камере, она была очищена в дешевенькой камере. И вот дальше идет корпус. Я сейчас не заморачивался. Здесь очень много мест, которые я не прочистил. Я просто на скорость, на такое первое ощущение решил попробовать, как это все работает. Да, конечно, производительность этой камеры – это нечто небо и земля. То есть огромная производительность, огромная скорость очистки, качество очистки. Прям вот металл становится вот точно как новый. То есть все раковины, которые не смогла взять моя маленькая камера, эти раковины отлично прошла и очистила вот эта большая камера. Конечно, процесс гидроабразивной очистки, он зависит не только от камеры и от этого оборудования. Очень сильно зависит от подачи воздуха, то есть от компрессора. И вот без такого компрессора, который стоит еще 1200-300, с этой камерой делать просто нечего. И тут возникает вопрос, а если поставить такой компрессор на маленькую камеру, как она себя покажет? Принципиально строение самой камеры, оно стандартное для всех видов такого оборудования, то есть идет сама камера, сделана в данном случае из какого-то полимерного материала, внутри она обшита резиновым покрытием, что, конечно, очень сильно добавляет шумоизоляции этой огромной установки. Внутри стоит аквабластинговый пистолет, он сделан из какого-то полимерного материала, соплом из карбида бора, обмывочный пистолет, ну и резиновые перчатки. Резиновые перчатки – это, конечно, отдельный вид искусства. Очень мягкие, приятные. Да и сами окна, рабочее пространство для рук сделаны, конечно, очень качественно обшиты резиной. И учитывая, что очень тяжелый пистолет во время долгой работы и очень мощные шланги под все это дело держать приходится. Ну, держать пистолет тяжело, и, конечно, руки устают. Я вот почистил коробку в течение, наверное, минут 20 и уже устал. Стекло. Ну, как обычно, все спрашивают, из чего сделано стекло? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, из чего здесь сделано стекло, но оно так похоже, такое же, как на всех дешевых камерах. Это стекло от какого-то УАЗика, да вот стандартно у нас любят ребята, учитывая, что они работают все с оборонкой, но это 100% стекло от какого-то УАЗика. Но ощутимый бонус. Помимо дворника, который, опять-таки, стандартен для всех этих камер, здесь стоит форсунка. И это очень замечательно, потому что каждый раз мне приходится брызгать на стекло изнутри, обмывать его. Вообще система управления этой камерой достаточно интеллектуальная, и в целом не возникает никаких проблем. Не надо нажимать педальку. Педалька здесь нужна только для того, чтобы включить камеру, а не так не включать дворники. То есть камера работает, в принципе, в автоматическом режиме. Еще одним важным параметром этой камеры это является ее экологичность. Ну, во-первых, она работает в замкнутом цикле. То есть она отделяет и собирает весь шлам вот в такие шламосборники. И весь деформированный абразив уходит из системы, а весь целый остается. То есть постоянно камера работает с целым абразивом, что, конечно, очень влияет на производительность этой камеры. Никакой грязи, ничего в ней нет. Также в системе, также в этой камере есть куча приспособлений обслуживающего характера от воздушного пистолета, обмывочного пистолета до систем выкачки и перекачки всех этих отработавших шламов. Вообще любая гидроабразивная установка, она построена на трех основных инструментах. Это, конечно же, абразивный пистолет, насос и компрессор. И, в общем-то, все остальное – это лишь такой эффект
удобности работы с этой, с этим оборудованием, ну и, соответственно, как бы соблюдение определенных требований норм безопасности при работе с этим оборудованием. То есть, соответственно, промышленное оборудование, на него накладываются промышленные ограничения на безопасность работы с ним. И это, конечно, очень сильно отличает эти камеры от тех дешевеньких, которые стоят у нас в гараже. Ну, опять-таки, гаражи бывают разные. Учитывая бешеную производительность насоса, без хорошей системы вытяжки с этой камерой делать нечего. И она идет здесь в комплекте. Здесь обеспечение очистки воздуха и вытяжка создана, опять-таки, на промышленном уровне. Все это вот там за камерой выходит и уходит в вентиляцию с очисткой всего этого воздуха от абразива, от обработанной пыли. Также вон там стоит сам абразивный насос. Это, конечно, не тот дренажный насос, который стоит в моей маленькой камере. Это целое произведение искусства. Ну и он позволяет делать ту самую рабочую эмульсию, которая очищает вот так все быстро и качественно. Ну а теперь что же можно с этой камеры, какие решения взять для своей? Ну, прежде всего, конечно, это вот этот выкатной стол. Сделать его очень просто. Находится эта тележка на таких роликах, на рельсах. Единственное место, которое мне очень понятно, это вот этот переход. Я видел, что такие камеры делаются откатными рельсами, где здесь заблокирован проход. Но, в принципе, учитывая, что эта система, этот столик также является частью всей системы, в данном случае это все не влияет на работу, а наоборот, только способствует. Деталь крутится на поворотном столе, что, конечно, очень приятно и удобно. Сам столик с полиуретановым ковриком, наверное, самая вечная деталь всей этой конструкции. Опять-таки, работать с этим очень удобно. Открывается дверка и стол таких размеров, что можно деталь обмыть как здесь снаружи, так, в общем-то, и в камере внутри, не разбрызгивая ничего наружу. Все собирается отсюда также в слив и уходит в систему шламосборника. Для обеспечения работы всей этой камерой, конечно, нужна правильная и мощная электрика. Мало того, что сам блок управления этой камерой высокоинтеллектуальный, и он переключает сам все режимы в запрограммированных алгоритмах, также и мощность всей этой подводки должна быть немаленькая. Потребляет вся эта система порядка 5-6 киловатт, трехфазное электричество, да и плюс еще там 2-3 киловатта на компрессор. То есть, в принципе, прожорливая, конечно, но опять-таки не забываем, что это камера промышленного уровня, и электричество – это уже там побочный эффект от ее использования. Давление в системе регулируется вот этим регулятором. Рекомендуемое давление для этой камеры – это 6 атмосфер. И чем она выше, тем, конечно, более мощная и агрессивная струя формируется. Из органов управления здесь включить-выключить сеть и режим работы дворников стеклоочистителя. Также отдельно включается абразивный насос. Ну и вся система аварийно выключается. Конечно, очень важным в работе этой установки является ее замкнутый цикл. То есть ей не надо постоянная подача внешней воды. У нее все циркулирует на момент работы в замкнутом цикле. И лишь тогда, когда надо обновить воду, почистить или залить новую всю систему, тогда надо подвести к ней какую-то подачу воды. Так, в принципе, все автономно. Еще одним важным узлом всей этой работы, наверное, центральным, это абразив. В эту установку можно засыпать абразив различной фракции различного размера от, наверное, 100 микрон и выше, то есть 100, 200, 300, 400, и она это переварит, то есть производительность этой установки позволяет работать даже с крупным абразивом. Плюс в комплекте поставляется специальный консервант, который позволяет работать с железными деталями, и он добавляется в абразив, в эту суспензию, и не позволяет деталям ржаветь. Честно говоря, прям марку этого концентрата не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях, потому что это очень полезная и нужная для всех информация. Напишите в комментариях. Целью моего этого обзора было не какое-то
рассказ про то, что бывает в мире хорошее, а про то, как можно воспользоваться этими хорошими решениями для того, чтобы сделать что-то у себя полезное. То есть в свою маленькую камеру добавить какие-то нюансы, которые есть в этой большой, и получить приятную работу в условиях своего маленького гаража. Кому это понравилось, подписывайтесь на канал. Дальше я надеюсь, что я сделаю обзоры еще на другие камеры. Кстати, производителям камеры, я знаю, в Воронеже делают что-то среднее между этой камерой и вот совсем дешевенькими, то есть в среднем диапазоне там 1300-500. Если вы меня смотрите, я к вам с удовольствием приеду и поработаю с вашей камерой. Напишите в комментариях. Ну, а на этом это все. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что у меня есть дополнительный канал NeoFag. На нем все видео-ответы на ваши комментарии, которые мне понравились или которые были самые популярные под видео. Так что подписывайтесь на него тоже. На этом это все. Всем удачи. Всем пока.